Всем привет! Вы на канале Давид Kids Free. Сегодня у нас осьминог. Да, сегодня у нас осьминог от Лили Фиши. От твоей работы. Да, а где мама работает, Давид? Консол. А что это такое? Магазинный джусик. Да, и мама с работы привезла Давидику вот такую игрушку. Сегодня мы делаем обзор вот на такого осьминожка. Кто это у нас? Пират такой, что ли? Да. Осьминог, пират. Они бывают разных расцветок. Вот, например, такой желтый, сиреневый, зеленый, голубой, коричневый. У нас вот такой бежевый, коричневый и фиолетовый. И у всех у них свои имена. Знаешь, как этого зовут? Да. Его зовут Бёрди. Это пират? Этого пирата зовут Бёрди. Вот такой он. И сейчас мы будем его открывать. Интересно, батарейки там у него есть? Вставили мы батарейки в нашего осьминожку. Давай его испытывать. Держи. А мама, вот тут будет мотор. Да, там пропеллер, он будет крутиться. Давай, запускай его. А ты выключил кнопочку-то? Кнопочку-то не включили? Вот тут находится у него кнопочка. Ну-ка, иди сюда один раз. Ходи. Так, кнопочку вот тут включаем. И сейчас должен работать. О! Он шевелится и крутится и светится. Вот это да! И что? О, так будет у нас дрыгаться, что ли? Крутится просто, да? Смотри, у него еще голова светится разным светом. Давай выключим лампу. Ну как тебе? Давай его вот так поближе поставим. Чтобы ребятам тоже было видно. И что? Осьминожка, привет! Добро пожаловать в наш дом! Теперь у Давида появился новый питомец. И что? Вот так вот только крутиться будет, что ли? Я думала, он будет опускаться еще. Сейчас розовый свет у него. Responded. А теперь какой-то разноцветный. Классный. Красный. Классный. Желтый. Зеленый. Зеленый. Фиолетовый. Короче, разные у него световые эффекты. О, это так большой. Большой. Через стекло, кажется, еще больше, да? Понравилась тебе игрушка? Да. Давай прощаться с нашими зрителями, а мы будем играть дальше. И нырнул в воду. Не нравится ему на суше, поэтому он возмущается. Всем пока! Всем пока! Понравилось? Ставь лайк! И подписывайся на канал Давид Kids TV!